Она любит вдыхать аромат духов, а он предпочитает запах моря. По вкусу для нее нет ничего лучше мяса, а он не знает ничего вкуснее дыни. Похоже, их сегодняшний танец будет соткан из противоречий. Анастасия Мельникова и Денис Каспер. Анастасия Мельникова и Денис Каспер так страстно танцевали ча-ча-ча, что партнерша потеряла браслет. Он не попал в жюри, но после замечаний и оценок хотела сказать: а зря, за такой танец и только 8-е место. Поразило, как отреагировал судья Алла Сигалова. Мне очень сильно не понравилось. Такой стильный танец, как ча-ча-ча, он у вас, простите, был похож на какой-то матросский танец. Ну, Настя, я чувствовал, что Настя расстроилась, потому что она даже заплакала. Я это видел. Плавно тебя туда опускаю. Ага. А ты ручкой завершаешь. Угу. Да. Для Аллы Сигаловой специально. Танцуем. Я думаю, она это оценит. Нет. Я очень боюсь проиграть. У меня есть такой грех. Я молюсь, чтобы избавиться. Я очень гордая. Открывает конкурс пара номер 3. Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова и чемпион России Денис Каспер. Квикстеп. Танцевали танец латиноамериканской программы, сегодня европейской. Настя, что тебе больше нравится? Если честно, я такая счастливая, что вот мой сон продолжается, я все еще здесь, что мне совершенно все равно, лишь бы дали возможность танцевать, правда. До утра! И мы добавим наркозу. А что сложнее, выступать или слушать судей? Похоже, слушать судей. Я знаю, слушать судей. Однако, послушаем. Многократный чемпион СССР, финалист Кубков мира, вице-президент Всемирного танцевального союза, президент Русского танцевального союза и председатель нашего жюри Станислав Попов. Вам слово. Мне понравилась стилистика этого танца. Я увидел квикстеп. Возможно, несколько заниженный темп музыки не дал возможности полностью танцорам выразить себя, порхать по паркету. Возможно, некоторые ошибки как раз вот в постановке корпуса и головы. Но в целом мне этот номер понравился. Заслуженная артистка России, профессор школы-студии МХАТ, режиссер, балетмейстер Алла Сигалова. Квикстеп очень сложный танец, и вы с ним справились. Я вас поздравляю, потому что я знаю, как это сложно делать. Так что, несмотря на то, что у вас было мало времени, вы молодцы. Спасибо. Ну что же, дорогие мои, Юрий Николаевич, номеро
Дед-телефону 8-803-333-5003. Анастасия, Денис. Что твои коллеги, друзья сказали о первом твоем выступлении в нашем шоу? Они субъективны, они меня очень любят, поэтому, конечно, они только старались как-то поддержать, поэтому их слушать нельзя. Хорошие друзья, и у них хороший вкус. Да. Ну а теперь послушаем, что скажут судьи. Станислав Попов. Алла Сигалова. 7. Владимир Андрюкин. 7. Николай Цискорица. 9. Сумма баллов 30. Ну и смс-сообщение по телефону 6060. Цифра 3.